тоже. Скажи, пожалуйста, расскажи, как ты стал частью коллектива Гândul Mâței? И когда, и почему? Как все случилось? Это было на каком-то курсе в институте, еще когда мы все вместе учились, я даже не помню, какой это был курс. И я играл в одном помещении, пацаны репетировали в другом, и мы как-то мешали друг другу. Так все и получилось. Давай лучше у меня сейчас разные песни играете, и все. Ну вот что-то такое. Ну вот что-то такое. Два кабинета мешали друг другу, объединились и все, и погнали. А что тебе тогда дали? За то, что ты пришел в группу? Ничего. Что тебе тогда понравилось в музыке группы Гândul Mâței, в которую ты пришел играть? И что тебе нравится сейчас? Изменилось ли что-то в твоих предпочтениях, в твоих настроениях? На самом деле, на тот момент это было время, когда любое объединение с любыми ребятами, как бы мы все искали общение друг с другом, то есть искали знакомых, друзей, любой повод был объединиться. Это всегда приветствовалось мной, потому что я человек общительный. Ну и как бы давай, почему нет? То есть было вообще не важно, это группа какого-то сверхуровня или нет. Это было просто давай, конечно. И это было очень интересно всегда на уровне простого общения. Ну, все остальное было уже как следствие. Музыка там, все такое. И там понемножку все вот это переросло в такой вот масштаб. Вообще капец. Ну, ты стал тогда сочинять новые песни, да, для группы. А до тебя были какие-то песни? Что тебе нравилось из тех песен? Вот сразу, что тебе понравилось? Какая песня зацепила? Да слушай, да нет, мне, в принципе, как бы нравилось тем, что попахивало тем, что ребята, в принципе, дышат чем-то единым. И это я чувствовал, что это может к чему-то привести, к более такому продолжительному, чем просто пару репетиций, пару пьянок, знаешь, вот и все такое. И так как я человек стабильный, я в этом разглядел что-то более не менее. Плюс, опять же, это не было по вложениям каким-то, вообще это мне ничего не стоило. То есть ты или выходишь гулять с ребятами, где-то просто прошарился, или ты просто порепетировал. Это было как бы прикольно. То есть не было такого, что вот этот трек, ё-моё, я вообще в шоке. Нет, это было просто шумно, громко и погнали. Знаешь, такого плана было. Плюс какие-то робкие, невнятные шаги по сцене первые группа мне дала. Конечно же, без этой группы я бы их сам не сделал никогда бы в жизни. Ну и вот так потихоньку, это больше всего прельщало, то, что есть возможность выхода на сцену и посмотреть, попробовать, как это вообще, что это такое изнутри, вот так. Вот такая история. Я думаю, что вот это. Ну а потом это все обрастало, конечно, и какими-то работами, аранжировками, репетициями, улучшали все время. Все это нашу программу, и как бы вот привело к тому, что к чему привело. Da, spun cu glasul verb, cum se întâmplă în cărți nescrise. Iarăși alt furtun, dinspre aminelul, cum scrii dintr-un mult, vădut. Знают, что ты являешься одним из основных композиторов в группе Гândul Mâței. Ты помнишь, какие были первые твои были? Песня? Да, песня, которую ты предложил в коллективе. Это была песня, вот я верну, ой, нет, это «Любовь», она что она называлась у нас. Это «Драгость Амя», для тех, кто знает больше вот это название. Вот это была первая песня, которую я принес, так, тоже робко все достаточно. Мы это все лихо все оформили, пацаны поддержали, все это опять же вот так вот, знаешь, там, когда есть группа, все, что не принеси, можно выкрутить. Можно выкрутить, потому что каждый чувствует по-своему, и получалось так достаточно многогранно, насколько это возможно. И достаточно все очень легко и непринужденно было. Вот такая история. Și lumina sa vede doar de umbra care te-a ascuns, dar și de ajuns va dispare iară. Din cel trist exil luminos copil vei apare dragostea mea. Когда-нибудь возникали мысли о том, чтобы покинуть группу Гândul Mâței? Ты знаешь, никогда. Ты знаешь, никогда не было никаких ситуаций, вообще ни одной, чтобы я думал об этом. Просто вот реально вот так. Это у нас группа не для зарабатывания денег, она нас не кормит, скажем так, прям так, чтобы прям вот идут финансы, давай ругаться. Да нет, это на деньги променять общение с людьми, которые близки уже. То есть для меня пацаны, они как, знаешь, как где-то как двоюродные, троюродные братья, знаешь, как бы вот так по ощущению. Если взять, вот так вот, ну, подержать, столько лет вместе, я даже с братьями столько времени не проводил, сколько с ребятами, хочешь, не хочешь, но не знаю, то ли я умный, то ли пацаны нормальные, я не разобрался, в чем дело. Ну, некоторые задаются этим вопросом, исходя из того, что у тебя вот вышло 2 сольных альбома уже. И как бы нет ли у Ярика таких мыслей, как-то отойти от группы и заниматься исключительно своим творчеством? Нет, все люди как бы хотят помимо группы, вот взять даже у него есть и театр, спектакли, там, допустим, и я понимаю, что он не может эту часть своей жизни, знаешь, просто откусить, выкинуть и посвятить себя группе. То есть я с пониманием к этому отношусь. Но иногда это дело забирает очень много времени, которое могли бы посвятить группе, допустим. Да? То есть я, например, только музыкант, и меня не интересуют больше другие виды деятельности. И пробовал себя просто, как, знаешь, как от нечего делать, там взял, собрал из палок, там что там нашел у себя и посмотрел, что и как. Знаешь, как новый опыт все-таки. Ну вот, когда ты в команде работаешь, сочиняешь там треки, это одна работа. Ты попробуй в одного сделай что-то не менее интересное. Вот это совершенно другая задача. Совершенно, намного сложнее. Нет опоры, и как бы за счет этих проектов пытался научиться чему-то, посмотреть, какие краски, какие подходы работают, какие не работают. Ну, уже его опубликовал, то есть не судите строго. Но это, конечно же, это использовал как инструмент для того, чтобы познакомиться поближе, что такое аранжировка, что такое создание имиджа с нуля. Знаешь, вот просто я же как бы не готовый артист, да, под которого можно писать. А ты берешь просто как бы вообще просто камень и начинаешь вырезать и смотреть, как бы где-то там перенавырезал, где недовырезал. Это просто на себе использовал эту историю для того, чтобы стать лучше в чем-то. Ты в группе играешь уже больше 20 лет. В группе 25 ты играешь больше 20. Скажи, за эти, ну, скажем, 20-22 года, да, ты ведь в 2000 году примерно пришел в группу Гândul Mâței. Есть ли какие-то сожаления, что-то, может, не случилось, чего-то не случилось? Или случилось, но жаль, что оно случилось? Конечно, нет, никаких сожалений. Слава Богу, что у меня в друзьях такие люди, как все участники группы. Ни одной какой-то капельки нет сомнения. Абсолютно ни в чем. Потому что есть все инструменты для реализации любых идей. Вот что реализуешь, что и твое все. Как можно жалеть? Ты думаешь, что от кого-то нужно ждать, чтобы тебе он там помог что-то? Ну, я не знаю, я не привык от кого ничего не ждать, поэтому очень спокойно, даже не по-философски, я просто спокойно на эти вещи смотрю. Моя жизнь, она как бы не пуста. Вот тут часть гитар висят, еще часть висят на других стенах. Да. Скажи, пожалуйста, они все участвовали в записи, в сочинении, в создании музыки Гândul Mâței или нет? Ну, красненько, конечно, мой красненький Гибсон, конечно, пострадал от моего творчества. Ну да, все записано на Гибсоне, там, на Страте тоже немножко. Нет, на Страте, кстати, в Гândul Mâței ничего я не записывал, только Гибсон. Все альбомы только на одной гитаре записаны, вот эти, как бы, на этой красной. Больше у меня есть тут... А, нет, ну еще был Пол Рид Смит, да, да, и этот участвовал тоже. А, кстати, где та гитара джинсовая? Джинсовая. Она есть, да, она есть, она где-то ее спрятал, не помню, где-то на склад ее отнес. Здесь уже не помещается, просто столько гитар я уже половину на склад отнес. Продавать надо. Да, правильно говоришь. Dacă taci, ce poți afla? Alo, da, alo, da. Vreau să-ți spun care-i greșeala mea. Alo, da, alo, da. Scriu mesaj ca să-ți explic cum s-a întâmplat. Crede-mă, doar cu nimic nu te-am înșelat. Iartă-mă măcar un pic, des vinovat. Alo, da, alo, da. Liniștește-ți caracterul tău. Un apel dispare în hău. Alo, da, alo, da. Supărarea face numai rău. Alo, da, alo, da. Scriu mesaj ca să-ți explic. Come on. Скажи, пожалуйста, одна из моих любимых песен в репертуаре вашей группы «Амсавин. Я вернусь». На какой гитаре была сочинена? Она была сочинена, знаешь, на какой гитаре? Она была сочинена на гитаре, которая находилась в театральном лицее с улицы Рос, где я работал, подрабатывал преподавателем. И вот там-то я первые аккорды на ней взял. Да. И она там вот, была рабочая гитара. Знаешь, оттуда, в ботанике. На ботанике. Наверное, она там до сих пор лежит. Это есть хора, румынская гитарка, да. Я вообще, в принципе, неплохо могу подбирать несложные песни. А вот песню «Амсавин» мне всегда почему-то давалась с трудом. Там баре. Я бы хотел, что... Нет, не из-за баре. Можешь показать вот прям на видео, как она играется? Куплеты, припев. Не петь не надо, только сыграть. Давай попробуем, я сам не помню. Она у нас как бы в электрическом варианте, я уже даже не помню, там знаешь, как на студии ты записал и забыл. Ну, там есть один аккорд, который тебя должен расстроить, конечно. Это вот это. Это да. Это тоже хороший аккорд. Тоже огорчает. Длинные слова тебя расстраивают, так? Ну потому что... Знаю, как это не звучит. Я просто люблю вкусно покушать. И, например, вкусно поесть. И ты берешь какой-то супчик, и он звучит как-то невкусно. А ты взял? Нет, такой я смогу взять. Что ты говоришь? Это миг. Берешь четвертый палец сюда. Да, я понял. И, конечно же, звучит. Это тоже хорошо. Я тебе покажу, Коль, не расстраивайся. Я записал. 15 минут тренировки. Спасибо. Конечно же, для меня очень важно, чтобы все мои ребята, участники нашей группы, находились в прекрасном самочувствии и в крепком здравии. Потому что если ты себя чувствуешь плохо, конечно, о чем можно говорить? Музыка — это когда человек себя чувствует настолько хорошо, ему нечего делать, что появляются хорошие, прекрасные треки. Если ты занят, то, конечно, ты ничего не сделаешь. Вот я желаю нам всем быть посвободнее и в отличном самочувствии и здравии находиться как можно дольше. И радовать, конечно, наших ребят, девчонок, которые приходят к нам на концерты, и мужичков, чего там кто, и женщин.